На перекрестном уже не надо больше мне спешить. Жить без любви, быть уже просто, но как на свете без любви прожить? Жить без любви, быть уже просто, но как на свете без любви прожить? Пускай любовь сто раз обманет, пускай не стоит ею дорожить, пускай она печалью станет, но как на свете без любви прожить? Пускай она печалью станет, но как на свете без любви прожить? И может мне не надо было к нему навстречу столько лет спешить. Я бы никогда не полюбила, но как на свете без любви прожить? Я бы никогда не полюбила, но как на свете без любви прожить? От этих мест куда мне деться? С любой травинкой хочется дружить, ведь здесь мое осталось сердце. А как на свете без него прожить? Ведь здесь мое осталось сердце. А как на свете без него прожить?
А сейчас мы хотим вас познакомить с еще одним интереснейшим инструментом, который был самым популярным в народе. Наверняка вы, наверное, догадались, даже говорили, что вот идиот первый парень на деревне, да, то есть гармоника. А гармоники были все разные. Есть и саратовская гармоника, есть и лецкая рояльная гармоника, есть и черепашки, есть и ливенка, но есть еще королева гармоник, это гармоника хромка. И вот сейчас Александр Усков, лауреат международных и всероссийских конкурсов, сыграет пьесу «Косача» на гармонике хромка. Thank you.
виртуозной вариацией на тему русской народной песни «Корабельники». Thank you.
сердце, как прежде, горит от того, горит от того, что дружба превыше всего. Оглянуться назад.